Прошлым летом кто-то из моих близких покоцал у меня книжку мою электронную, так и не признались кто, но не суть. Решила я с ней расстаться, потому что в уголку вот здесь вот небольшая коцка. Но она, собственно говоря, не особо мешает читать, есть некие неприятности, но в целом, особенно если в режиме Landscape, то, в принципе, читать можно. Абсолютно нормально, я, собственно говоря, с лета ей пользуюсь, вот у меня когда в июле где-то ее покоцали, ну, с тех пор и продолжаю читать, более-менее успешно. Вот немножко часть страницы внизу закрывается, но с учетом того, что при перелистывании эта же часть вверху тут же отражается, это не очень сильно донимает. Конечно, в обычном стандартном книжном варианте это было бы неудобно. В Ландскейпе абсолютно нормально, но вот такая вот коцка на экране. Во всем остальном книга абсолютно безупречная. Батарейка до сих пор держит довольно-таки хорошо. Хватает довольно-таки надолго. Проблем никаких нету ни со скоростью перелистывания, ни с работой всех кнопок. Ни с чем. Абсолютно идеально работающая книга, за исключением вот этой коцки внизу. Так что, если кому-то нужно, обращайтесь, продам или поменяю. Пишите.